Всем привет! Сейчас я вам покажу надежный универсальный узел, который обязательно вам пригодится. Этот узел будет сверхпрочный. Он подойдет как в рыболовных целях для привязки крючков, карабинчиков, вертлюжков и так далее. Также он будет незаменимый для других целей. Я сейчас таким узлом привяжу поисковый магнитик вот к этому капроновому шнуру. Итак, отступаем сантиметров 15, делаем петельку, продеваем ее в ушко. Вот что у нас получается. Далее вот так вот ее перекидываем в сторону основного шнура. Вот таким вот образом зацепили. И вот этим вот хвостиком делаем 5-6 оборотов в сторону основного шнура. Далее продеваем его вот в эту вот петельку, придерживая вот этот вот край. И начинаем подтягивать за основной шнур. Смотрите, чтобы вот этот вот хвостик не выскочил. Держим за магнит. И вот так вот затягиваем. Если это у вас будет леска, не забывайте ее обязательно смачивать, чтобы она при затяжке не перегорела. Вот такой вот аккуратненький узелок получается. Когда его уже подтянули, поправляем. И можно уже со всей силы затянуть. Этот узел очень крепкий, никуда он не денется. Развязать его будет практически невозможно. То есть... если вам надо будет отвязать веревку, здесь только можно будет ее обрезать. Все очень крепко, надежно. Теперь можно лишний хвостик откусить. Ну а на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр и до новых видео. Всем пока.